Наши казахстанские коллеги пережили черные дни января как личную трагедию. Филиал МТРК «Мир» в Алматы, можно сказать, один из старейших в нашей межгосударственной компании. Он просуществовал без малого 30 лет. Разгромлен он сейчас полностью. Погромщики превратили его в огневую точку. Журналистам, операторам и инженерам пришлось покидать место работы, можно сказать, с риском для жизни. До сих пор журналисты работают из дома, операторы снимают на мобильные телефоны, потому что профессиональное оборудование уничтожено полностью, как и рабочие станции корреспондентов и редакторов. Но все, конечно, надеются на лучшее. Это наш офис был. Разбитые окна. Видно, что там все горело. Лежит сейф. Решетки целые, но видно, что их отрывали. Скорее всего, громили огнетушителями. Да, вот они все, по сути, попиленные. Видимо, это вот то, о чем мы говорили, что автоген, болгарка. Плакать хочется, потому что если там не остался архив, то 30 лет работы не только наших, но и нескольких поколений людей, блин, на смарку просто. Вот здесь остатки нашего логотипа. Пахнет горелым, прям очень сильно. Гарью, да? Это все наше, это все наше, ребят. Аккуратно на стекло не нужно. Сейчас мы попали в офис нашего телеканала. Здесь все разгромлено. Будем смотреть, что здесь произошло. Но видно, что все выгорело. А это наше место, где мы, собственно, творили все наши материалы. Это место Дархан, Кирилл, я, Алишер, Сашкин кабинет. Моя настольная книжка «Рэй Брэдбери». Почитать можно, рукописи не горят, да? Вот, видимо, вот все, что осталось. Это моя дорогая клавиатура. Это клавиатура? Вот следы от пуль. Раз, два, три, четыре. Ну, понятное дело, что уже здесь работы никакой не будет. Вы заметили еще такую особенность? Нету на многих компьютерах хард-диска. Это эфирное телеканала «Мир». Отсюда шли эфиры на Казахстан. Ну, то есть все сгорело, ничего нет. Все выгорело абсолютно. Здесь были и пульты. Видно, что много что обвалилось. Обгоревшие стены. На полу много сгоревшего дерева. Оплавленные клавиатуры, экраны мониторов. Да, да, все расплавилось. Здесь горело, вот выходило через вот это окно. Это эфирка 24. Но здесь вообще ничего восстановлению не подлежит, правильно? По логике даже все, что стояло, так оно было сожжено просто. Вот мы вышли из нашего офиса, его уже нет, ничего не уцелело. Мы думали, что, возможно, компьютеры будут не тронуты, но там все оплавилось. Все зависит от того, какой результат после экспертизы. Да. После того, как мы определимся, в общем, быстро заняться восстановлением всех городских объектов, как поставил задачу глава нашего государства.